Всем привет, ребят. Ну что, у нас воскресенье. Качка-прокачка. Решил сегодня добить. Уже хотел сказать Космо. Космо мы одним из первых качнули. Добить Лазулю до максимума. И уже дальше качать следующего героя. Так, что у нас интересного? Вот такие вот плюшечки я забрал. Давайте сразу же качнем Лазулю до максимума. Я надеюсь, мне хватит, хотя, скорее всего, не хватит. Книг у нас уже хватает, а вот камешки, к сожалению, пока еще не продают. Так как хотелось бы сегодня шопинг спри у нас. Напоминаю, завтра я буду делать еженедельку розыгрыш. То есть я решил так в понедельник, чтобы все видосы с понедельника по воскресенье. Была у вас возможность на выходных сделать все, что надо. В понедельник я буду делать розыгрыш. Ну, определять очередного победителя. Так, окей. Поглянем, насколько у нас камешков хватит. И побежим дальше докачивать. Не хватит. Придется еще один пак потом забирать. В принципе, мне оно не к спеху. Так, съесть. До 29-го. Почти максималка будет, не хватает, как видите, немножко камней, но я, в принципе, могу их забрать в шопинг спри. Сейчас мы зайдем туда, посмотрим, что там есть. Да, надо будет 11 раз. Так, окей, Лазулю мы практически докачали. Поехали в акции, посмотрим, что сегодня есть интересного. Есть пират, в принципе, неплохой. Если есть пират, то значит и есть небо. Бога грома нет. Давайте посмотрим на пирата, что сегодня интересного. Ну, как обычно. Ой, сумочки начали давать. Неплохо. Посмотрите, сколько сундуков дают. Я офигею. Опять поменяли дроп. Улучшили. Немерено дают, конечно, плюк. Посмотрите, что делается. Это просто жесть. Вот это пиратик. Так, раз. И посмотрите, сколько вы плюх получили сразу же. Да. Для бездоната это вообще самый кайф. Так, поехали дальше по акциям. Пробежимся, посмотрим, что интересного еще есть. Сегодня у нас на английском сервере. Немножко попыток у нас есть. Бум, карта вторая. Ну, как-то печально видеть отсюда карту вторую. Давали бы какого-то огника уже. Асура, ничего себе. Прикольненько. Бум. Неплохо. Ненужные сумочки. Блин. Это, конечно, жесть. Такое давать здесь. О, ничего себе, феника дали. Вот такое, расходников полно. В принципе, это тоже неплохо. Карты дают.
Matchbox. Вот так вот. И того, что мы имеем. Ну, Asura 300, Финика 300, Matchboxа, в принципе, неплохо. 200 слизней. Да, неплохо, неплохо. Все равно, как вспомогательная акция, очень даже ничего. Так, это сегодня акция у нас за найм. Что у нас еще есть интересного? Поехали Shopping Spree, посмотрим, что тут дают сегодня. Через час Unlimited можно будет книг потом докупить. 3800 книг, это, конечно, ни о чем. Лучше поохотиться за камнями. Apex скин дают. Ну, относительно неплохо. Так, Фортуна. Наград маловато. Хорошо. Так, Clashers Day. Accumulation Bonanza. Поехали посмотрим, что там в аккумуляции сегодня. Интересного. пятьдесят книг следующее. Забрали все плюшки, отлично. Вот посмотрите, сколько расходников вы имеете. Ну, в принципе, на примере десяточки видно, что здесь ну просто нереально. Быстро можно развить аккаунт за минимальные затраты. Арктик сколько дают? Жесть. Раньше, блин, они стоили столько. Так, тут нам по одному придется. Жогов, конечно, не берено. Кому их лепить? Я понимаю, что у меня там пол алтаря Ронина, но... Это жесть. Так, отлично. С этим разобрались. Special Gifts. Ну, по-моему, их забрали уже. Поехали открывать плюшки. А, Dragon Orbs есть еще. Это то, что я типа не прошел. Видите, я могу еще доменять сегодня. Есть возможность. Вот в чем плюс этого сервера. А, так, хорошо. Это если ты не успел. Вот так вот. Еще плюшки вот такие вот. Жестко. Так. Хорошо, поехали, пооткрываем сундучки. Так, эту сумку одну можно открыть. Четыре осколка, ни о чем, в принципе. Так, заборчик. Так, давайте пятые пооткрываем, надо книг. Ну, по сути, с пятого, с 10 штук, как видите, в среднем 200 книг идет. 200-300. Не так уж и много, тут вообще не упало ничего, странно. Зато коробки. Ну, коробок здесь просто немерено сыпет. О, 400. Вот это хорошо. Эти сундуки мне, допустим, на моем аккаунте. Чисто ради книг. Все остальные расходники у нас и так уже в перелимите.
Ну, неплохо. Давайте вот эти рунки пооткрываем. Тоже интересно, как тут сейчас она выпадает. Вот смотрите, в бравлера падает неплохо. Вот это, кстати, неплохо собрать отсюда руны. Вот у кого есть возможность отсюда руны, конечно, вот эти редкие очень классно собирать. С других акций так не падает. Так, эти тоже семерки там можно открыть. Восьмерки я пока не знаю, зачем я их коплю. Но пусть себе копятся. Короче, куча хлама всякого. Ну, 33 тысячи книг уже, уже хоть более-менее как-то ощутимо, что книги на аккаунте есть. Десять тысяч коробок. Надо будет как-то устроить выбивание коробочек. Так, вот самое печальное, что нету карт на архидемона. Вот это вот больше всего надо на этом аккаунте, чтобы больше тестить составы на архи. Но, к сожалению, это их плохо завозят нам в магазин. Да, из донатных акций не особо там хорошо падает. Вот такие вот, ребятушки, пироги. Все, пишите комменты, лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.